Биология о жизни. Сфера применения знаний этого предмета обширна. Это и наука, и медицина, бизнес, и даже быт. Школьный курс может рассказать о вашем теле, научить правильно питаться, отличать безопасных насекомых от опасных, а главное – любить и оберегать природу. По словам преподавателя школы номер 16 Юлии Слюсаревой, предмет действительно очень важен, ведь многим уроки биологии закладывают фундамент для будущей профессии. Пытаемся как-то разнообразить уроки, применить более творческий подход, чтобы детям было интересно изучать предмет, чтобы это их заинтересовало. Я пытаюсь донести материал с помощью изготовления различных моделей, чтобы было легче запомнить ребенку, это было ярко и красочно. Юлия Сергеевна работает учителем биологии 8 лет. За эти годы о выборе профессии не пожалела. Более того, педагог подтверждает призвание на различных уровнях, вдохновляясь успехами учеников. Самое важное, наверное, это энергия, которая должна быть у педагога, у любого человека, чтобы можно было реализовать себя, достичь своей цели и реализовать все свои идеи в жизни. Наверное, самым таким вдохновляющим и мотивирующим является, это, конечно же, возможность помочь детям в достижении их целей на начальном этапе их развития, их жизненного пути в школе. В этом году Юлия Слюсарева участвовала в конкурсе, где представила свои профессиональные наработки и стала обладателем премии «Лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.